Сразу два больших груза потерпели аварии на подъеме к улице Крупской в Ахе около 5 вечера 29 ноября. КАМАЗ с полуприцепом при попытке подняться в горку по скользкой дороге не справился с управлением. Машину занесло в глубокую обочину. Помочь вызвался водитель погрузчика. Он как раз проезжал мимо, но попытка оказалась безуспешной. КАМАЗ вообще опрокинула. Водитель был зажат в кабине. Сотрудникам МЧС пришлось ее вскрывать. У пострадавшего компрессионный перелом тела, 12-го позвонка грудного отдела и различные ушибы. Водитель был направлен в центральную районную больницу. Состояние его средней тяжести. А ближе к 12 часам ночи в злополучный кювет съехал еще один большой груз. Длинномеру с двумя тяжелыми контейнерами на борту взобраться в горку тоже не дал скользкий снег. Вытаскивать из кювета длинномер будут после того, как выгрузят тяжелые контейнеры. Дорогостоящий прицеп машины безнадежно поврежден. Эта крутая дорога – единственная объездная, по которой могут в Аху въехать грузовики и фуры. Сегодня с утра она была посыпана песком, но, как оказалось, слишком поздно.